В Канаде продолжают бушевать интенсивные лесные пожары. На данный момент в стране насчитывается больше 1000 активных очагов. 650 из них признаны вышедшими из-под контроля. По прогнозам, высокий риск возгорания сохраняется от востока провинции Альберта до центра Онтарио. В этом году огонь охватил почти все 13 канадских провинций и территорий. По данным агентства Reuters, сожжено почти 170 тысяч квадратных километров земли. Власти уже назвали нынешнюю ситуацию худшим сезоном лесных пожаров в истории страны.